Отлично. Всем привет, дорогие друзья, это xbt.com и передача xbt.life, и мы сейчас находимся на MWC 2019, и у меня в руках то ли пауэрбанк с телефоном, то ли телефон с пауэрбанком, наверняка многие уже пошутили об этом. Итак, это K18 Pop от компании Energizer, точнее, конечно, не компания Energizer делала телефон, а некие китайцы, но давайте посмотрим, что в нем есть интересного, замечательного и так далее, кроме устрашающего размера. Поехали. PowerMax P18K Pop. Чем он интересен? Он интересен нам батареей. Но на самом деле этот телефон абсолютно такой же, как U620S Pop, который находится у меня вот здесь вот поблизости. Исключение только батарея. Здесь 4200 мАч, здесь аж 18000. В режиме ожидания смартфон работает аж целых 50 суток. И двое суток в режиме непрерывного проигрывания видео. Mediatek Helio P70 – это не слишком производительный процессор, 8-ядерник на 2 ГГц. При этом здесь 128 ГБ встроенного флеш-хранилища и 6 ГБ аж оперативной памяти. То есть считается, что смартфон будет работать достаточно шустро, по крайней мере не в играх, но в повседневных каких-то вещах, в браузинге и тому подобное. Есть две симки и также есть возможность, конечно же, установить microSD-шку. Давайте прям посмотрим, какой у нас здесь слот. Слот для сим-карты здесь комбинированный, так что установить две симки и microSD-шку будет одновременно нельзя. Только одна симка и microSD-шка. Но это еще не все. Давайте мы посмотрим на вот этом смартфоне, потому что этот сэмпл уже все замучили, тут толпы выстраиваются. Видите, места для селфи-камеры не хватило, поэтому она выезжает вот так вот сверху, и сверху на нее вот так вот давить не надо, а то она сломается. На 16 плюс 2 мегапикселя. Ну вот, сделали селфи и убрали обратно. Всего здесь аж целых 5 камер. Это действительно много, наверное. Сзади камера на 12,5 мегапикселей и еще на 2 мегапикселя для создания эффекта боке. В пресс-релизе написано, что толщина составляет 18 миллиметров, но, как мы видим, вот если замерять вместе с камерой, то тут будет больше, наверное, аж целых 24 миллиметра. Немаленький такой смартфончик. И вот здесь вот сбоку находится сенсор отпечатка пальца. Из-за патентных споров кнопка включения-выключения, как всегда, вынесена чуть-чуть, а сенсор отпечатка пальца сбоку. Ну и вот такой вот дисплей с диагональю 6,2 дюйма и разрешением Full HD+. На удивление, дисплей действительно вполне себе приятно выглядит. Вроде все по поводу этого смартфона. Итого, огромная махина толщиной 20 мм, весит 460 грамм, и при желании можно построить, наверное, даже из этого дом. Мы обязательно постараемся потестировать этот смартфон. Говорят, он будет стоить $599 и появится летом. Вытащим сэмплы, насколько только сможем, потестируем, как мы умеем, вы знаете. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. Это xbt.com и передача xbt live со стенда Energizer.